Входяйте. О, ладно, здорово. Здорово. Как сам? Нормально. Как GP-сан. Ну чё ты хочешь-то, а, парень? Фоточку хорошо в Инстаграм заложить. Фоточки в Инстаграм? Будете ко мне тут ходить за фоточками в Инстаграм? Иди вон, становись хромакую. Окей. Сейчас все будет. Ну чё, Жек, инстаграмить больше нечего или что? Да знаешь, чувак, что-то двойку со школы принёс. Так бабушка кормить перестала. Так вот не знаю, что фоткать. Еду больше не лайкают. Ну сейчас мы тебе стелёк замутим. Ну всё, Евгений, готовы? Сейчас, подожди, подожди. Фотокумеру-то мне давай. Клоун. Держи. Только аккуратно, не распей. То 5 лет в школе не завтракал. Окей. Так. Ну чё, я крутой там вообще? Ну как тебе сказать, Женя? Нет, бабушкин стиль, он, конечно, хороший. Бабушка права. А всё же, ну, знаешь, над стильком я бы всё же поработал, да. Но... тебе сегодня, Женя, очень повезло. У меня есть специальная китайская разработка. Это, Женя, черное стекло. Во, вован. А че оно черное, я не могу понять. Потому что, Женя, слово не политокорректно. Отлично, ща попробуем чудодейственное действие Фишаюшкина. Shout out to 147 and Rockaway Boulevard. Nigga, we bang. My nigga, sticky fingers. Bang out, bang out. GMB. Ну, вот, Женя, вот, иди сюда, посмотри. Черное стекло. А ну, покажи. Нифига себе. Блин, да я похож на Дженнифер Лопес. Пойду бабушке покажу, хорошо? Да, давай, Женя, обращайся. Let the flames out, let the flames out.